Девочки, обратите внимание, как относятся успешные женщины, которые всего добились сами, к своим мужчинам. Как к королям, как к богам. С каким трепетом, с какой заботой. Вот у нее все есть. Деньги, машины, квартиры, карьера, дети, друзья, статус, толпы фанатов. Но она смотрит на него так, как будто от его настроения сейчас зависит вся ее жизнь. Что с ней? Она ненормальная? Ей что, нравится прислуживать? Да нет, просто она испробовала уже все варианты и поняла, что все, что можно потрогать, все, чем можно похвастаться, дает лишь временное удовлетворение. А по-настоящему счастливой женщина может быть только в любви, потому что это истинное предназначение женщины. А для того, чтобы женщине любить, ей нужен мужчина. Неважно, какой он, неважно, как он относится, нужен мужчина и желание любить. И все.